Добрый день, дорогие друзья, с вами Виктория и канал Кулинарим. И сегодня я буду готовить салат на Новый год. Салат с красной рыбой. Получается такой салатик очень вкусный и готовится буквально за 5 минут. Для приготовления нам понадобится 3 спелых авокадо. Авокадо разрезаем напополам, проворачиваем и убираем косточку. А пока я занимаюсь авокадо, не забудьте подписаться на мой канал. Смотрите другие рецепты салатов на моем канале. Затем делаем вот такие надрезы в авокадо и всю мякоть перекладываем в отдельную емкость. Это очень простой способ, но также это можно сделать с помощью обычной столовой ложки. Затем один средний лимон разрезаем напополам и выжимаем сок одного лимона. Сок лимона добавляем в авокадо. Это нужно для вкуса и для того, чтобы авокадо не потемнел. И все тщательно перемешиваем. Далее добавляем в авокадо 3 столовые ложки растительного масла. У меня смесь разных масел. 3 вида разных масел. Ореховое масло, оливковое масло. И вот здесь у меня смесь разных 4 масел. Не забывайте, что когда вы смешиваете масла, то получается очень вкусно. И добавляем соль и красный перец. У меня вот сразу все вместе. Соль с красным перцем. Добавляем 1 полную чайную ложечку горчицы. Горчица у меня не крепкая. И все тщательно перебиваем погружным блендером. Нам нужно, чтобы у нас получилось однородное пюре. Если у вас получилось немного густовато, то добавьте еще пару столовых ложечек растительного масла и еще раз перемешайте. Вот такая примерно должна получиться у вас консистенция. Пробуем на соль, перец, если недостаточно, то добавляем еще. Это все по вкусу. Затем перекладываем пюре из авокадо в кондитерский мешок. Желательно воспользоваться насадкой. Так оформление нашего салатика получится еще более праздничным. Если вдруг у вас нет кондитерского мешка, то можно воспользоваться обычным пакетиком. Далее подготавливаем рыбу. У меня копченый лосось. 200 грамм рыбы нарезаем на мелкие кубики. Конечно же, подойдет любая красная рыба, семга, например. Также можно использовать малосоленую красную рыбу. Подготавливаем формочки, подойдут абсолютно любые стаканы, бокалы, креманки. Такую закуску желательно подавать в маленьких порционных формочках. Первым слоем выкладываем красную рыбу. Я советую выкладывать примерно с расчетом 30-50 грамм на порцию. И сверху с помощью кондитерского мешка выкладываем смесь из авокадо. Вот так, все очень просто на самом деле. Из данного количества продуктов у меня получилось 4 маленьких бокальчика размером по 150 мл. Салатик получается очень вкусный, красивый, питательный, праздничный и очень полезный, без майонеза. Украшаем вот так очень просто кусочками красной рыбы и гранатом. Салат можно украсить ломтиками лимона и зеленью. Это все на ваш вкус. Так как салатик получается очень питательный, то я рекомендую сделать порции немного меньше. И в таком случае вам будет достаточно этого количества продуктов на 6-7 порций. Получилось очень вкусно, празднично, оригинально. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Всех поздравляю с наступающими праздниками. Всего вам самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.